В рамках рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область депутат Сената парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина в Усть-Каменогорске встретилась с волонтерами и студентами. В ходе мероприятия она ответила на вопросы, которые возникли у активистов по поводу всенародного референдума о внесении поправок в Конституцию. Кусым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Сейчас в Казахстане ведется активная работа по разъяснению, как будет проходить референдум. На встрече с волонтерами и студентами депутат Сената парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина отметила, что молодежь должна проявить свою активную гражданскую позицию и обязательно принять участие в таком важном для страны событии, как референдум. Сегодня те новые реформы, которые предлагает президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, они именно направлены на дальнейшее развитие нашей страны. И для развития нашей страны необходимо, чтобы наша молодежь участвовала в данных проектах, в данных реформах, в данных политических событиях. Назначенный референдум требует сегодня участия данных молодых людей в этом политическом событии. Встреча с молодежью проходила в формате диалога. Активисты молодежных организаций смогли задать интересующие их вопросы, связанные с референдумом. Данил Мусихин учится в университете и активно занимается волонтерской деятельностью. Участвует в субботниках, помогает пожилым людям. По мнению активиста, молодежь обязательно должна принять участие в референдуме. Ведь от поправок, внесенных в Конституцию, зависит будущее Казахстана. Безусловно, я искренне за то, чтобы люди понимали вес значимой своих слов, чтобы они понимали, что они участвуют, принимают прямое участие в делах государства, в его дальнейшем развитии. Референдум позволит каждому гражданину страны принять участие в строительстве нового Казахстана, уверены молодые активисты. Ирина Санникова, Евгений Щетников, Алтай Акпарат.